сейчас нахожусь в ванной, накрасилась, оделась, причесалась. И хочу сейчас надеть свой новый подарочек на ушки. Сестра вот привезла мне, подарила. Очень красивые сережки. Сейчас я вам покажу. Хочу их надеть. А, они, кстати, еще вот с этой штучкой. Сейчас ее надо будет отрезать. Вот, наконец-то сфокусировала. Смотрите, какая красота. Очень здорово блестят. И цвет должен подчеркивать цвет моих глаз голубой. Поэтому хочу сегодня быть в них. Сегодня у меня день рождения, поэтому приглашаю вас вот так вот виртуально со мной сегодня провести этот день. Егор уже забрал Дэнни из садика. Сегодня у Дэнни был последний день в садике. Дальше у него будет 4 дня выходных, потому что Рождество уже в воскресенье. Садик будет закрыт, как я уже говорила в прошлом влоге, на 2 недели. Но Дэнни будет ходить в другой садик. И вот сегодня нужно было забрать уже все вещи, всю одежду, все, что, в общем, у Дэнни там лежит на полочке. Подарили воспитателям подарочек небольшой, открытку. Всем пожелали приятных рождественских каникул. И вот так вот расстались. И вот скоро уже приедут родители Егора к нам в гости сюда. Ну, так что наша маленькая квартирка, как вы видите, может выдержать довольно много людей. Но ничего. О, тут звонит. Мама ходила, мусор выкидывала. А? Я снимаю. Что? Говорю, что ты ходила, мусор выкидывала, у нас все растаяло. Весна. О, какие сережечки. Красиво. Ты ни ко мне не повернулась. Да красиво. Да, на свету еще при дневном свете будет вообще отлично. Вот там у нас стоит грушево-яблочная шарлотка. Мой новый подарочек. Отличный. Очень тяжелая чаша такая, хорошая. Нам понравилась. А вот здесь мама делает, экспериментирует с розочками. Да? Вот такие розочки. Ну, что там? Сейчас еще 10 штук сделаешь и уже руку уже набьешь. Уже что-то, когда мы это на пирог сейчас поставим. Сейчас с этой стороны выйду. Когда на пирог поставим, может быть, они и будут похожи. Так, о, похоже, чем, да. И что ты с ними делала? Варила лепестки 2 миллиметра, которые в сладком сиропе. В сладком сиропе? Да. Ну, вот это совсем, да, тоненькие? Это уже... Ну, это в серединке, чтобы это... Они же розы-то, когда разбираешь розу, они же должны быть... А если сейчас все развалится? Нет, в сладком сиропе сейчас, слипнется. Наоборот, закрепится. Они теплые еще. Интересно. Конечно, интересно. Вот, мама будет красоту нам такую делать. Да. Вот наш пирог остыл. Теперь заливаем его шоколадом. Шоколад 70% должен быть, да, такой вкусный, насыщенный. А потом надо ждать, да, еще? И что? Розочки ставить? Ну да, сейчас просто. Еще подождем, вот. Пока он застынет. Пахнет вкусно. Пахнет вкусно. Да. А кто сидит, Марио? Хочешь конфетку? А ты что-то плохо поел. Скажи всем привет. Привет. Привет всем. Ты, видимо, не такой голодный, да, пришел из садика? А, мы, кстати, Дэнни сегодня раньше-то и забрали, да. Пойдем открывать твой адвентовский календарь. Кушать шоколадку? Да? И кушать шоколадку? Да, вот это. Там трудно открывается. Так, доберешься ты? Киса. Киса? Покажи, пожалуйста, киса. Покажи ее. Ой, какая. Ты точно киса? Не фокусируй. Лепет. Ну, хорошо, поверим тебе. Дай кусить. Да. Мы чуть-чуть. Учим Дэнни делиться. А маме? Маме. А маме? Ну-ка. Спасибо, очень вкусно. Может, это белочка? Не знаю, что там. Какое-то странное лицо. Может, белочка? Там какой-то, как будто сфинкс. Нет, вообще, с тела от одного. Вроде на киску похоже. Да? Вот будем сидеть здесь, стол. Здесь спрятан за этой штучкой. Подарок.
наш торт. Смотрите, что пирог, точнее. Смотрите, у мама делала всякие красивые штучки. Смотрите, получился голубь. Интересно вышло. Да? Да. Вот. Тут у нас дыща. Да, ну, приготовление, да, идут приготовления. Сейчас будем украшать все. Ждем гостей. Егор должен скоро прийти. Ты молочком запил? Молочко попил? А, ты же ешь, понятно. Щеки набил. Это маленькие стульки. Маленькая звездочка. Да? Ну, он мама. А что? А, мама, это маленькая, это Ляля. Он мама туйки. Да, нужна мама звездочка. А мама звездочка, она там ниже. А, нет, у нас только одна такая. Мы ходим, ждем гостей. Мама помогает, все салаты там сейчас будем оставлять. Шарик. Шарик красивый такой вот. Да, так что на мой день рождения вот елочка у нас. И один. Да. Это мама. Мама? А это тогда кто? Это Ляля. Это Ляля, а где папа? Ой, сейчас она упадет. Они стеклянные. Давай мы повесим чуть дальше. Это елка. Это елка. А вот там папа, вот папа висит. Папа. Папа шарик. Их же трое. Да? Папа шарик. Мама. И папа. Папа пошел. Куда папа пошел? Чинить. Чинить пошел? О, маме можно, да. На нос? На нос? Дэнни пришел, дверь открылась, и он... С днем рождения! Да? Это тебе папа подсказал? Молодец. Ведь упал. Падает? А мама ничего не снимает, да, небось? А, нет, снимает. Я уже испугалась. Вот как ты умеешь. Ой, сейчас все придут, да? Будем праздновать. Мама мне уже передала подарки из Питера. От моей сестры с мужем, от тети, от бабушки. Это очень приятно получать подарочки. Да, зайка? Да. Подарки-то все любят? Да. Да. Ножичек дать им, так снимать. Побыстрей, поможет маме. Я. Ну, реви, давай, реви. Так. Ага. Ложка. Это чтоб салат. Да. А я думаю, что там за креветка? Да. Ножки у мамы теперь будут. Да, спасибо. Большое. А то салат сегодня не знал. Да. Чем помешать? Да. Пластиковое это не, а вот но железное это лучше. Ты хочешь открыть? Да. И вот это еще Виктория тоже. Сразу открывай. Что? Какая молоко. Молоко это. Практически да. Похож. Вот это вилка, да? Мама будет размешивать салат. Вилка, ложка. У нас тут очень весело, идет фотосессия, смотрите, вот мы применяем. Да, завтра будет классная фотография, обязательно заходите в мой инстаграм, смотрите, очень классные снимки. Я меряю разную атрибутику, такие вот заколочки у меня рождественские. У нас уже, видите, у меня же 22-го день рождения, 25-го Рождество. Вот такая вот у меня шапочка есть, очень здорово, все пофотографировались. Вот, сейчас будем тортик кушать, и вот у нас так, беспредел, все наелись. Беспредел. Да, вот, Дэнни ходит. Скажи, поставь. Покажи, что, с чем ты играешь. Кто там? Там рыбки? Там селедки? Да. Доставай их, вылавливай. Вылавливай. Залезь. Доставай. Ух ты, какие! А. Так, и ты сам туда залезешь? Да. Давай, я держу. А если прям бочку этих рыбок? Держу, вот так. Спрятался. А,
помидоры они не будут. Давай. Бум. Все. Ток-ток. Ток-ток-ток. Никого нет. Ой. Ой. Кто это там? Я тут. Я тут. Дринь, покажи маме рыбок. Рыбки все у тебя? Одна упала. Одна упала? Какая? Самая длинная? Да и не очень понравилось. Весь вечер с этими рыбками, да? Вот что ребенку надо. Твои рыбки. Ой, вот она. А где? Нету. Это все машины до машины. Ага. Каждый раз Викин день рождения испечлим мы каравай. Вот такой ширины, вот такой ужины. Вот такой высоты, вот такой низины. Каравай, каравай, кого любишь, выбирай. Так, так, я люблю вас всех, а ты не больше всех. Все, вот такой танец. Браво, похлопай. Молодец. Ну, это была тренировка. Хорошо видно? Зажигалка, это неудобно. Да, свечу удобнее. Бери свечу одну, зажги любую свечу. Давай на стол поставь. Тебе а, тяжело. Давай свечу, очень... свечой же, да. Так я тебе свечой легче будет. Может, спичкой. Ну, что-то надо. Помогай начать. Хоровод вокруг тортика. До вечера будем. Ой, как нам день рождения испекли мы каравай, вот такой ширины, вот такой ужины. Да я придумала, сейчас загадаю. Давай. Ты уже придумала или да, сейчас? Да, я придумала. Сейчас давай фоткай. А видно их, да, Егор? Что-нибудь видно? Да, отлично. И розочки видно? Пойди, иди сюда, поближе. Мама сейчас начнет загадывать желание. Да, и вместе будете. Да, розовый, сиреневый вижу. Ты готов? Да. Да, смотри. Ой, молодцы. Ура. Сбудется, мы задумали. Да, ты? А ты мне помог. Спасибо. Ты тоже участвовал? Да. Тоже задумала. Ты пойдешь пробовать? Да, будешь кушать кусочек? С молоком? Да. Давай, садись, а что? Пойдем, покажу вам. Да, ребята, свечек стало много в этом году. Красиво. Долго мы их зажигали, ставили. Давай, садись. Сейчас будем пробовать. Тихонько. Ой, они еще горят вон это. Они сгорят сейчас потихоньку. Займем мой стул. Мистер, мистер. Смотрите, ребята, это мой новый образ. У меня сегодня образ, у нас фотосессия. Мама мне на скорую руку сделала такую вот косу отличную. Я вообще ничего не умею себе на голове делать, никакие прически. Вот, ну это так, понятно, что не все идеально, но прикольно, по-моему, пофоткались тоже. Интересные фотографии получились. Все, у нас уже гости все разошлись. Наводим порядки. Хорошо, что есть посудомойка. Посудомойка всегда спасает, когда большие праздники. Сейчас жарю Дэнни, тушу котлетки с куриного фарша, потому что его разморозило, надо его приготовить, а то испортится. Вот, такая вот у нас тут елочка с шапочкой. И уже все мы готовимся ко сну. Наводим порядки. У Дэнни беготня начинается. Спасибо, ребята, всем, кто меня поздравил. Очень приятно. Я, по-моему, уже всем ответила. Спасибо, ребятки. Дэнни особенно весело. Ой, у меня, кстати, заканчивается место на карточке. Представляете? Что-то я наснимала сегодня много. Тихонько. Ну что, говорим всем пока? Пока. 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 Пока-пока, ребята. Пока, ребята. I'm walking around, feeling free, thinking about what's happened to me from July up till now, don't know where.
come to realize that I can see it in your eyes. Oh, it's true. I'm so glad you feel it too.